кинопоказ, организован вместе с кинопрокатной компанией «Профзгляд», которая является дистрибьютором фильма в России. И фильм выходит в прокат 4 июля, а 2 июля в нашем зале будет специальный премьерный показ этого фильма уже для всех. Вот, поэтому вы увидите в нашем городе как минимум этот фильм первым, я надеюсь, он вам понравится. И немножко рекламы перед тем, как мы перейдем уже к фильму. Я напоминаю, что у нас эти выходные будут достаточно насыщенными. Если вы еще не аккредитовались на наши мероприятия, я имею в виду «Уральскую ночь музыки», показ фильма «Дылда» и встречу с режиссером Кандемиром Балаговым, показ фильма «Завод» и встречу с режиссером Юрием Быковым, напишите, пожалуйста, Евгении Капитонихиной. Она вернулась из отпуска, свежая, полна сил. Вот. Поэтому я желаю вам сейчас приятного просмотра. Надеюсь, в будущем мы будем с вами встречаться чаще за такими показами. А сейчас внимание на экран. Спасибо.